Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я Оксана Козым и хочу поделиться с вами очень радостной новостью. Недавно вышел мой альбом под названием «Я хочу под твои крылья». Все песни из этого альбома написаны не нотами, а сердцем. Это песни о любви и о Боге. Приобрести его вы можете в iTunes, Google Play, Яндекс, а также заказать по номеру телефона, который вы увидите на своих экранах. Я хочу поблагодарить особенно всех тех людей, которые мне помогли выпустить этот альбом и реализовать эту мечту. Буду очень благодарна вам за вашу подписку на мой канал на YouTube, за ваши лайки, комментарии. Для меня очень важно ваше мнение. Спасибо Богу за то, что вы есть у меня. Желаю вам приятного прослушивания и Божьих вам благословений.